патриотов России, где бы они ни жили, где бы они ни находились. Вот это чувство патриотизма, это, наверное, самое главное, что сегодня нужно прививать нашим дорогим детям, молодежи, да и нам всем чувствовать себя патриотами России. Спасибо, Ольга Игоревна. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу вас поздравить с этим замечательным днем. Сегодня действительно удивительный день. Такое количество праздников, которые вот в один день отмечаются, это бывает не так часто. И сегодня я хочу напомнить еще об одном дне. Это День мира. 21 сентября – это Международный день мира, который отмечается в этом году 35-й раз. И сегодня я хочу зачитать приветственную телеграмму от председателя Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Эдуарда Слуцкого. Телеграмма адресована на имя ректора Пензенского государственного университета Гуликова Александра Дмитриевича. Уважаемый Александр Дмитриевич, от имени Международного общественного фонда «Российский фонд мира» сердечно приветствую участников второго открытого международного фестиваля русской традиционной культуры «Жар-птица» в городе Пензе. 21 сентября отмечается Международный день мира, как день всеобщего прекращения огня, отказа от насилия и Всемирный день русского единения во всем мире. Международный день мира отмечается в 35-й раз. События последних лет, международный терроризм, противоречия, разделяющие народы, обусловили особую актуальность Международного дня мира сегодня. Всемирный день мира, русского единения, соучредителями которого стали представители 24 стран мира, учрежден в целях сохранения и возрождения богатейшего культурного наследия русского народа. Важно, что Пензенский государственный университет при поддержке правительства Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области, администрации города Пензы, Пензенской метрополии стал инициатором этого важного культурно-просветительского мероприятия, направленного на сохранение этнокультурной самобытности русского народа, объединение русского мира и создание мощного интеллектуального и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире. Искренне желаю участникам и гостям фестиваля «Жар-птица» доброго здоровья, благополучия и творческих успехов. Леонид Слуцкий, председатель правления Российского фонда мира, депутат Государственной думы Российской Федерации. Эту правительственную телеграмму я вручаю Виктору Афанасьевичу. Вы, я думаю, передадите.